короче, начинаем нашу трансляцию, вещаем до 20:30 и рисуем справа от храма Христа Спасителя. Я хотел, чтобы он был в кадре, но так получилось, что не рассчитал чуть-чуть свет, и сегодня тут слишком светло просто. И здание, оно очень яркое получается на фотографиях. Мы в итоге решили рисовать в сторону Кремля с максимально закрытой диафрагмой. Вот такие вот каллиграфические узоры получаются. Ну, я думаю, что этого может вполне хватить. Будем рисовать по очереди. Пара рисунков я, пара рисунков Маша. Вот. Взяли набор инструментов сверхновых, которые мы сами собрали. И сейчас, пожалуй, начнем. Всем рады. Так, ну, первый рисунок пошел. У нас есть примерно 30 секунд, а дальше все будет пересвечиваться. Опа. Можете задавать вопросы, даже заказывать рисунки. Самые интересные вещи мы нарисуем светом. У нас для этого есть все. О, Влад, привет! Влад присоединился, наш постоянный подписчик. Делимся трансляцией в Твиттере, в Фейсбуке. Пишите, не стесняйтесь, Маша стоит у камеры, либо я буду стоять у камеры и отвечать на ваши вопросы. Спасибо большое за лайки. Вот. Сейчас мы попробуем нарисовать. А, непонятно, как графика пишет. Да, сейчас мы напишем своим светом. Так, смотрите, это светографика, оно же рисование светом, он же фризлайт. А ставится фотоаппарат на длинные выдержки. Это с машинами. Да, напиши нам на сайте Lightpaint.ru. Есть справа кнопочка Mailbox. Ссылка в описании. Напиши свое приложение, и мы, соответственно, уже с тобой сколлаборируем. Сейчас я покажу настройки. Я думаю, что все фотографы знают, что это. А те, кто просто интересуется, вот так вот. Когда мы фотографируем, у нас происходит, скажем так, короткое открытие затвора. Одна 125, одна 60. Да, спасибо, да. Напиши. Одна 60 секунды, вот. А когда мы рисуем светом, мы открываем этот же затвор, который находится внутри фотоаппарата. Секунд на 10, на 20, на 30. И свет, который попадает на матрицу, да, он остается на итоговом изображении. Сейчас Маша у нас нарисует что-нибудь. Только ночью. Чем интересен фризлайт? Это именно жанр изобразительного искусства, где фотографии используются только как техническая часть. Маш, напиши еще какое-нибудь слово. Может быть, он тем больше. Так, пускай этот порт, 2 секунды задержка, поехали. Я думаю, всем понятно, что Маша сейчас рисует. Красный почему-то не до конца нажимаешь, Маш. Красным нажимай получше. Она сейчас рисует синим и красным. Вот. 33 секунды для этой локации очень хорошее время. Большим, мощным. Пишите, пишите. Пишите, что нарисовать. Капюшон пришлось одеть. Тут жутко ветрено. Сейчас найдем. Елся зеленый фонарик. Да, вот зеленый и вот белый. Да. Так, сейчас я еще разок сделаю. Ну, листики получились, да. А стебли будут белыми. У нас будет такая дикая роза. Там открыто, да? Да. Вот. Похоже на губы, но это роза. А все рисунки будут в Инстаграм. Ссылка в профиле перископа, подписывайтесь и приходите на наши воркшопы, в Москве, конечно. О, Николас, привет, мы тебя знаем. С остальной шерстью. Надо бы с тобой, пора уже познакомиться нам.
Давай. Отлично. Да, сейчас 14 февраля. 14 февраля. Я знаю, что можешь сейчас сделать. Это же красный цвет. Да. Кстати. Слово «лайт» поглощено красной росписью. Ну, прикольно. Кстати, вот этот флекс, он при минус 5 застывает и превращается в такую вот штуку непонятную, которую я боюсь, что она лопнет однажды и все. Кстати, она более надежная, чем открытый. Открытая РГБ-лента. Да, в Инстаграме получше будет. Я, кстати, до сих пор встречаю людей, которые спрашивают, что вы делаете, что это такое, как. На сайте LightPaint.ru у Маши целая серия световых деревьев и всякой органики, что очень гармонично смотрится в условиях гор, а в условиях моря ночного. Обратной связи, как минимум, на сайте неправильно работает. Форма обратной связи. А что неправильно работает? Я исхожу... А, знаешь что, напиши, пожалуйста, письмо в любую социальную сеть, либо на почту с мобилы, ну да, либо напиши на info собачка имя сайта, info собачка lightpaint.ru, напиши там, и мы уже сколлаборируем по всем вопросам, по творческим, по нетворческим, хорошо? Да, правильно, info lightpaint.ru. Давай ты нарисуй что-нибудь. Да, ну что-то меня эти фонарики маленькие не смущают. Сейчас я сделаю. Чеширского кота. Чеширского кота? Исчезающий вид. Ха! Голова. Давай. Да, сейчас. Готово. Исчезающий получается. Да. Так, у меня уже будильник срабатывает, ага. Сейчас еще разок, одну голову получается. Наркодельфин. Знаете, вот что это вам напоминает? Лягушка, примат, еще эти маленькие, то ли сурикаты, то ли кто, не знаю, которые пьют в ожидании бампера, знаете, такие вот маленькие худые штучки. Они еще в Мадагаскаре снимались. Пёс, да, похож. Так, дельфины, да, просили? Сейчас. Дельфина нарисуем, попрощаемся с вами и пригласим в социальные сети наши. Так, дельфин. Ну вот, это вот наделан, они снаружи все одинаковые. Соответственно, их надо как-то разметить, что вот зеленый, синий. Мне этот синий нужен. Вот, все, я его нашел. Кстати, я забыл, что у меня фонарь включен, что все это время был. Знаете, это экспериментальный дельфин, на который нацепили такой ошейник ученые и следят за его перемещением. Да, вот Николас пишет, что ручки надо цветной изолентой обмотать. Была такая идея. Блеск. Спасибо, друзья. Ставим лайки. Да, делимся трансляцией и подписываемся на наши социальные сети. Все ссылки находятся в профиле Перископа.
с вами был проект Light Paint Room. Мы рисуем светом в Москве, по России. Сегодня мы экспериментировали третий раз со социальной сетью Перископ. И очень вам благодарны, что вы нам задаете вопросы, общаетесь, ставите лайки и подписывайтесь на наши социальные сети. Все профили в нашем аккаунте periscope.tv/lightpaint_ru. Всем спасибо. Всем пока. Спасибо.